Привет, друзья, меня зовут Елена, и добро пожаловать ко мне на канал. Если вы новенькие, обязательно подписывайтесь и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новинки. Сегодня хочу показать вам, вот в Магните проходит такая акция, подарки со скидкой. Вот, и я собирала наклейки. Вот, у меня одна полная елочка и вторая практически полная, но я именно собирала 90 наклеек. Хочу сказать отдельное спасибо Анютке с канала Анна Анлика. Она спасла меня буквально в последний момент. Мне не хватало 15 наклеечек до 90, и она отдала мне свои. Вот, и я сейчас иду вот такую вот формочку покупать. Она достаточно маленькая, но я именно ее и хотела, поэтому я слишком уж там не заморачивалась с этими наклейками. Вот, и сейчас уже бегу за этой формой, и потом вам покажу форму, и, может быть, мы с вами что-то приготовим в ней, чтобы ее испытать. Так что увидимся через пару мгновений. Анютка, спасибо тебе огромное за наклеечки. Итак, друзья, вот она, форма у меня. Вот так она выглядит. Она достаточно маленькая. То есть вот это только с размером с ладошку. Я пока ее еще не рассматривала. Но вот здесь написано, что она 20 сантиметров в длину. Объем 0,4 литра. 7,8, не знаю, что это такое. Но это, наверное, европейский размер, 7,8. Вот тут форма для гратена она называется. Вот, что тут размер. И сзади она вообще маленькая, не такая уж тяжелая. Кстати говоря, средняя по весу, она керамическая. И вот тут вот сзади всякая информация. Написано производство, видите, июль 2017 года. Форма для гратена, изготовитель Китай. Хотя, если вы помните, в журнале было написано, что это Германия. Вот, то есть, вот тут даже Made in China, сделано в Китае. Вот, так что, на самом деле, помните, в журнале было написано, что ее исходная цена без стоимости, без учета скидки, это, по-моему, 1200. Даже если сделано в Китае, я вам скажу, что, конечно, сделано добротно, но 1200 она не стоит. Поэтому, если была у вас возможность собирать наклейки, это, конечно, хороший вариант, но тоже не всегда есть возможность затариваться в Магните. Вот, ну, в общем-то, внешне я, в принципе, формой довольна, она довольно добротно и хорошо сделана, удобные вот эти шершавые ручки не будет выскальзывать, из, когда будешь брать, да, и, в принципе, она порционная, то есть это на одного человека, я именно такую хотела, теперь будем с вами испытывать, может быть, какой-то кексик сделаем в ней маленький. Посмотрим, попробую что-нибудь именно на этот объем. В общем, испытаем эту формочку с вами вместе. Так, друзья, я сняла упаковку. На дне формы вот такой вот логотип и значки, те же самые, которые были снаружи. Вот на этикетке они. Ну, я так предполагаю. Я, то есть, точно не знаю, что это значит. Но вот первое, это, скорее всего, духовка, микроволновка. Можно замораживать, размораживать, либо мыть под струей. И использование перчаток, поскольку она нагревается. И вот тут еще внутри, то есть, я наружную сняла, а внутри вот... Есть еще такая мини-инструкция. Вот. Перед использованием обязательно помыть посуду, не использовать на плите и в гриле, не применять чистящие средства, содержащие абразивные частицы, не наливать холодную жидкость в горячую посуду,
Не пользоваться металлической утварью или ножами в избежание повреждения посуды. Всегда пользоваться защитными рукавичками. Ну, в принципе, это как бы очевидным было. Здесь, кстати, много языков. Еще вот с этой стороны тоже. Вот. Так что будем с вами испытывать эту форму. И рецептик какой-нибудь надо придумать. Мы с вами вместе приготовим. Привет, привет, друзья! Сегодня уже новый день. Сегодня уже у нас 12 декабря. Вчера было 11. Я не стала удалять первую часть видео. Оставила ее на всякий случай. Просто чтобы вы поняли вообще ход событий. И что хотела сказать? Я хотела сказать, что сегодня я ходила в Магнит и поменяла таки себе форму. То есть у меня теперь большая форма. Хотела что сказать, если вы вдруг собираете тоже наклейки и хотите получить свою форму, да, либо маленькую, либо большую, хочу вас предупредить, с чем я столкнулась. Значит, я не знала, что как бы, каким ходом идет акция, я просто собирала наклейки. И вчера, поскольку у меня было 96 наклеек, я решила, пойду и куплю маленькую форму. Вот. И, собственно, я ее уже купила вчера, но потом у меня появилось еще 10 лишних наклеек. Вот, откуда-то обнаружились, я совершенно забыла про них. И сегодня я пошла уже с настойчивым чувством менять эту форму либо на вторую маленькую, либо на одну большую. Сейчас объясню, почему на вторую маленькую. Вчера я зашла на сайт magnit.ru, чтобы узнать какие-то, ну, детали этого конкурса. Ну, конкурс, не конкурс, короче, этой акции, в общем. Есть ли какой-то возврат товара или обмен товара, в общем, узнать более подробно. Более подробно на сайте у них ничего не было, но зато я нашла объявление. Если интересно, если вы собираете и тоже на пороге того, чтобы купить какую-то форму, зайдите сначала на сайт magnit.ru, там у них есть раздел «Акции», и прямо в этом разделе, в самом верху, у них висит совершенно новое объявление. Это такая предновогодняя фишка. Значит, вы собираете 100 наклеек, ровно 100 наклеек, и за эти 100 наклеек плюс 199 рублей вы можете получить либо одну большую форму, либо две маленькие. Вот. И никто вам в этом помешать не может. Эта акция действует с 9 по 31 декабря 2017 года включительно. Получается, что я пришла вот сегодня туда и поскандалила там немножко. Ну, типа, знаете, какого права? Вот. В общем, я говорю, что вот у вас на сайте условия акции изменились. Она, ну, там девушка-менеджер, она говорит, я ничего не знаю, вот у нас в брошюрах. Я говорю, у вас брошюры уже устаревшие. У вас на сайте висит акция, висит как бы новая новость об изменениях акции, да, что с 9 декабря по 31 включительно условия акции изменились. Вот, и объясняю, что так-то и так-то можно получить либо одну большую, либо две маленькие. Я пришла с маленькой, говорю, я покупала у вас вчера. Спросите девушку, кассира темненькая, такая с короткой стрижкой, она меня должна помнить. Я принесла полный буклет и купила эту маленькую форму. Вот, и потом уже спохватилась, то есть узнала, что, оказывается, условия акции поменялись, следовательно, я приходила к вам 11-го, значит, условия акции уже были в силу, вступили, да, соответственно. И у вас же в буклетах написано, что магазин обязан уведомить потребителя об изменениях каких-либо акций, об изменении условий этих акций. И вы молчком. Никто ничего мне не сказал, то есть я приобретала за 100 наклеек, приобретала эту маленькую форму, и вы мне никто ничего не сказали, что я могла бы купить две маленькие формы. Короче, я там покричала, вот, говорю, получается, что я пришла к вам 11-го, значит, условия акции уже вступили в силу, поскольку они с 9 декабря действуют. Значит, вы должны мне вторую маленькую форму. Вот, пришла это еще одна девушка, которая ответственная за продажу акционных товаров.
та, с которой я общалась, она ушла. Вот, и, в общем, я еще с этой поскандалила минут 5, объяснила ситуацию, говорю, у вас на витрине стоит одна большая, две маленькие формы, значит, на складе они у вас есть. Давайте я доплачу, и вы дадите мне вторую маленькую форму. Нет, вот то, что на витрине стоит, мы маленькие сейчас формы не продаем. Я говорю, тогда меняйте мне на большую форму. Я отсюда не уйду, пока вы мне не поменяете, поскольку у вас изменились условия акции. Короче, я кричала и, в общем, доплатила, они мне поменяли. Они там переживали, что надо будет оформлять возврат товара, но меня, знаете, это мало волнует, это ваша проблема. Вы изменили, вернее, как тот, кто проводит акцию, он изменил условия, а вы о них не сообщили потребителю и теперь хотите на этом весело уехать. Ну, извините, вот, и, в общем, я ругалась, в итоге мне дали большую форму, я безумно рада, она на самом деле гораздо больше по объему, чем маленькая. Сейчас попробую где-то здесь посмотреть. Так, здесь 2,2 литра, вот, если помните, маленькая 0,4. То есть, если взять даже две маленькие за ту же цену, получается всего 0,8, а здесь 2,2, то есть, получается на 3 порции. Да. Вот, так что имейте в виду, если вы собираете наклейки тоже и хотите получить форму, имейте в виду, что условия акции изменились, и идите уже туда с, как бы, с уверенностью, с напором и требуйте свое, потому что работники Магнита оборзели в конец, и очень изменилось обслуживание в магазине. То есть я могу вот за себя, за свою семью сказать, что мы в магазин, в Магнит, больше ни ногой. Если только какие-то, ну опять же, если только какие-то акции будут, я имею в виду не акционные товары, да, а какая-то большая скидка на продукты питания, но в плане обслуживание, да, и в плане тех же продуктов питания Магнит очень испортился, то есть там цены выросли в разы, а качество, извините, все то же, то есть не самое высокое. Единственное, что там очень хорошие товары по тендеру, то есть которые без супер-пупер упаковки, то есть у них обычная упаковка, как вот Ашан производят свои собственные товары, также и у Магнита есть свои собственные товары. Я думаю, что вы их видели, там довольно простая этикетка и такое сердечко нарисовано. Вот, но при случае покажу. Я думаю, что вы все видели. Вот, и сейчас буду снимать вам обзор. Мне пришло две посылочки. Вот, так что буду снимать обзор. Вот. А вы будьте внимательны, будьте бдительны, будьте начеку, и если накопили наклейки, то идите с уверенностью и с такой наглым напором, что вы правы. Вот тогда вам только все будет в жизни. Вот. Думаю, что по, как это, напутствие было хорошим, потому что я тоже все это на эмоциях сейчас рассказывала, так что иду дальше снимать вам обзор посылок и увидимся в следующих видео. Пока-пока. Рада была появиться в кадре. Я думаю, вы по мне скучали. Ну, в общем, ладно. Скоро будет, кстати, небольшой влог, надеюсь. И увидимся там. Пока-пока. Подписывайтесь, ставьте пальчик вверх.